Толлон! Меги! Нельзя, чтобы альбини не обошли нас с тыла, как перцы в бою с Леонидом. Вот и Павсаний, Малака. Твой труп бросят на улице. Пропал. Пропал? Здесь был маленький череп кролика. Твой первый трофей. И кому он нужен? Только один человек мог забрать его. Николаус. После нашей встречи он вспомнил об этом месте. Так было и со мной. Похоже, не только я тосковала по дому. Надеюсь, не помешаю. Брасит, входи. Я рад, что вы вернулись домой. Мы тоже этому рады. Ты пришел сюда не просто так, верно? Я отправлюсь в Пилос, как только смогу. Не хочешь присоединиться? Я с удовольствием помогу. Что ожидает нас в Пилосе? Слава! Афиняне постоянно теснят спартанцев. Я не могу допустить, чтобы Спарта понесла такие потери. Неужели ты больше не веришь в наших воинов? Они сильны, как и всегда, но они не представляют, насколько страшен их враг. Ты
ты Адеймос? Да, до меня дошли слухи. Сила природы в теле смертной. Она убьет любого на своем пути. Если Деймос в Пилосе, мы остановим ее. Буду ждать на корабле. Поспеши. Чем дольше мы медлим, тем больше погибших. Кассандра в Пилосе. Верни ее домой, Алексиос. Вернуть домой? У нас снова есть дом. Мы можем стать семьей. Еще не поздно. Я верну ее. Любой ценой. Запомни, Алексиос. Другого шанса не будет. Понимаю. Она, должно быть, уже увидела культ в истинном свете. Не важно, что ты должен делать. Верни сестру домой. Прошу. Я не отступлю. Брасит ждет меня. Удачи, Алексиос.
И мной. И тебе его не выиграть. Кровь Брасида будет на твоих руках. Его твоя и всех твоих друзей. И не в себе. Мы можем... Хватит! Нам не помешать! Твоя смерть мне ни к чему, Кассандра, но культ исчезнет. Запомни, я Деймос! Let's go.
хватит! Или один из нас умрет! Ничто не так! Я нашел мать! Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга! Не пойму, что ты хотел сделать? Что? Тебя спасти? Нет, дела в другом. Я велела тебе не мешать, но ты... все же здесь. Так что, теперь я в плену до самой смерти? Почему нет? Так я могу убить тебя, когда пожелаю. Но сперва расскажи мне все. Культисты тебе не докладывают? Ты на их стороне, но не похоже, что они на твоей. Думаешь, мной управляют? Так докажи. Раз я не на той стороне, убеди меня. Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты ее видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе? Спроси тех, кто хочет моей смерти, кто считает тебя богом. Смеешь оскорблять тех, кто в итоге спас меня? Это из-за них тебя сбросили со скалы. Я принесла им победу. К чему им так поступать со мной, Малака? Ты просто кукла. Но знаешь, что тебе говорят не все, иначе не пришла бы. Скажу прямо. Они искали не воина, их тысячи. Им нужна была я, только я. Они хотят истребить нас, всю семью, всех до одного. Тогда почему я жива? Тебя взрастили, заставили помогать. И создали механизм. Им плевать, что с нами будет. Деймос, мы тебя искали. А ты здесь, в этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь! Живо! Тебе здесь не место, а девчонка. Я тебе не кукла, и ты мне не хозяин. Конечно, защитница. Это больше не повторится. Ты в темнице по своей вине. Не припомню такого. Ты должен понять, это все ради Афин, Алексиос.
Перикл едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдешь идеальный желток. Он нас не устраивал. Так значит, при тебе все будет иначе. Меня защищают друзья. В меня верят люди. Они знают, что мои решения пойдут им на пользу. Все будут довольны тем, что я замыслил. Заходи внутрь. Ты ведь пришел убить меня. Ну так попробуй. На мое счастье, есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мертвые не бунтуют. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил, люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Не ты ли называл политику игрой? Так вот, я не люблю проигрывать. Будь ты проклят! Это не мой выбор. Народ Афин все решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую. Ты помог мне в Афинах по своей воле. Жаль, что вы с сестрой такие разные. Прости. Культ победил, Алексиос. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метелену. Нанесу ее жителям неожиданный визит. Смерть твоя! Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Ах, почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексиос. Думаю, это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. Стой! Вы должны знать о Клеоне. Сократ следит за мерзавцем. Мы уже все знаем. Поспешим. Его вещи, Варнава. Идем, Варнава. Алексиос, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всем. Лестница к Парфенону устлана трупами.
Ты пришел. Само собой. Варнава уже собирался спасать тебя вновь. Участие тоже важно, да? Очевидно. Идем, нас уже ждут. Мы боялись, ты не придешь. Потому что тебя ищут все финские стражники. Так просто к Леону со мной не справиться. Что это? Мы обсуждаем, как лишить Клеона власти. Только ничего не выходит. Много слов, но мало толку. Без Перикла все стало иначе. Но его дело живет, поэтому мы здесь. Раньше мы прятались тут от напастей, а теперь глядим им в лицо. Итак, в первую очередь мы должны... вернуть Афинам былую славу. Вы хотите свергнуть Клеона. Как именно? Будет непросто. Если он умрет, мир в Афинах пошатнется. Верно. Сперва опорочим его. Аристофан написал пьесу, которая якобы поможет нам в этом. Пьесу? Это нечто большее. О, прошу, только не начинай. Почему мы все не можем полюбить друг друга? Ведь так гораздо веселей. Что особенного в этой пьесе? Мы увидим твою знаменитую оранжевую мартышку? Ха! Как это ни странно, ею и навеяно. Стоит ли бронить Клеона перед его сторонниками? Пьеса образумит их. Пусть это опасно, план сработает. Мы должны действовать. Клеон собирается отправить в Митилену убийц. Люди верят Клеону. Они поддерживают его во всем. Это не значит, что мы должны сдаться. Устранить Клеона будет трудно. Но с тобой у нас все получится. Надо было остаться, помешать Клеону. Только глупцы живут прошлым, но ты не из их числа. Мы должны спасти Митилену. Что ты планируешь? В чем замысел? Услышав, как Клеон упомянул Митилену, я понял, здесь что-то нечисто, и решил во всем разобраться. Это интересно. Мой ученик выдает себя за стражника в Акрополе. Похоже, Клеон прячет там что-то важное и проводит тайные встречи. Смелый ученик. Такое время. Если ты считаешь, что мне следует обыскать Акрополь, только скажи. Где-то там доказательства злодеяний Клеона. Люди могут не пойти против Клеона. Пойдут. Я выступлю перед ними с речью. Мы покажем его истинное лицо. Куда мне нужно идти? В западную часть святилища на Акрополе. Расскажи мне больше о месте поисков. Я слышал, что Клеону всегда нравилась статуя Афины. Стоит начать оттуда. Я найду то, что Клеон никогда не сможет опровергнуть. Славно. Я собираюсь выступить перед людьми на Пниксе. Если сможешь что-нибудь найти, приходи. Я скоро. Это катастрофа, говорю вам. Спокойно. О чем ты говоришь? Мой шедевр! Он изменит все. Развлечет, поразит, заинтригует и откроет глаза на махинации Клеона. Но нужен ты. Я не актер и не поэт, Аристофан. О, боги, нет! Все феспис. Пропал мой главный актер. Что за пьеса без знаменитости? В смысле пропал?
Он всегда репетирует, если не пьет, или не с женщиной, или мужчиной. Вариантов много, так? Нет, он знает, как это важно. Он бы не подвел меня. Что-то случилось. Пригласи другого актера. О, нет! Феспис собирает толпы на своих спектаклях. Чем больше людей узрит, как я блистательно клеймлю Клеона, тем лучше. Так где мне его искать? Феспис редко выходит из дома. Начни поиски там. Я найду его. Готовь спектакль, я скоро вернусь вместе с ним. Клеон вполне мог бы пойти сюда. Богиня войны. Радостно ли тебе видеть свой город? Мои печати у... Ну да. Политику оставь. Само собой. Я никогда не отказываюсь от работы. Я опасался нанимать Мистия. Да, так меня все и зовут. Полагаю, тот, кто оскорбит тебя. Кто знает. По крайней мере, ты помогаешь. Ты про других полководцев? Не сейчас, позднее. Ah!
Лопатой недавно пользовались. Следы грязи. Наверное, кто-то пришел из сада.
Значит, чтобы достать ключ, нужно найти командира. Похоже, кто-то копал. Богиня войны. А, вот и ты. Люди пришли послушать мою речь. Может быть, это тебе пригодится? Здесь все, что мы знаем о Клеоне. Митилена лишь первый город в длинном списке его целей. Он использует свою власть, чтобы горожане каждый раз голосовали за смерть. Значит, мы должны переубедить людей. Так ты поможешь мне?
Одних разговоров недостаточно. Нужно показать, что идти за Клеоном нельзя. Не думал, что услышу подобное от тебя. Такое время. Это твои слова. Именно. Мне нужно, чтобы ты вел себя так же, как сторонники Клеона. Постараюсь. Но Сократ, ведь Клеон человек из народа. Скажи, если ты ранишь кого-то мечом, это твоя ответственность? Моя. А если наймешь для этого кого-нибудь другого, ты все еще в ответе за это? Какая глупость. Не я причиняю вред, а кто-то другой. Но если бы не ты, человек был бы в безопасности. В большей безопасности. Значит, ты согласен, что ты в ответе за нанесенный вред, даже если не делаешь ничего своими руками? Полагаю, да. Значит, мы все ответственны не только за непосредственный ущерб. Ну да. Тогда задам еще один вопрос. Кому верить? Толпе или знающему человеку? Я доверюсь опытному. Такой человек знает больше меня. Так твои суждения основаны лишь на чужих словах. Это все, что у меня есть. А если это ложь? Лжец не заслуживает доверия. Все верно. Если кто-то соврал тебе единожды, позже он может сделать это еще раз. Да, ты прав. Так ты согласен, что тот, кто лжет, не заслуживает власти? Согласен. О, Афиняне, согласны ли вы, что каждый человек ответственен за любой, даже косвенно причиненный им вред? Согласны! А пойдете ли вы за тем, кто солгал вам ради собственных целей? Никогда! И прежде всего, именно поэтому я прошу, я умоляю, выслушайте эти слова. Избранный вами лидер лжет ради личной выгоды. Клеон солгал, чтобы собрать голоса для нападения на Митилену, и он продолжит поступать так же. Если корабль прибудет в Митилену, у жителей не останется ни шансов. Вы знаете правду и можете все изменить. Нужно еще одно голосование. Жизни этих людей в ваших руках. Корабль надо остановить. Это был образчик отличной риторики. Люди не смогут усомниться в услышанном. Я чему-то научился. Должно быть, это ты на меня повлиял. Конечно, дебаты разят не так быстро, как клинок, но могут быть не менее эффективны. Этого хватит? Полагаю, скоро все Афины узнают о злодеяниях Клеона. Граждане любят свой город. У них есть принципы. Никто не желает его падения.
Похоже, дом Фесписа. Не похож на актера. Разве что твоя роль — афинский страж. Я? Тихо. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но командир Доксинор... Как тебя звать? Булис. Что ж, Булис, тебе решать, выживешь ты или нет. Понял меня? Да. Скажи мне, что ты ищешь? Какую-то пьесу. Больше ничего не знаю. Пьесу? Я выполняю приказ. Мне приказали уничтожить ее. Что вы сделали с Фесписом? Солдаты поют его в таверне, дальше по улице. Лучше бы рассказать мне все. Я знаю только, что им надо отвлечь актера. Проверь сам, он в таверне. Это все точно? Я выполняю приказы командира и помалкиваю. Сделай хоть что-то полезное, помоги мне. Ты верен и исполнителен. Правда? Что скажешь? Сбежать из Афин? Спасибо. Спасибо!